Давайте я, наверное, тоже многие знали эту задачу, но она хорошая, если не все знают, то мы ее разберем. Лежат карточки, а на карточке с одной стороны написано число, натуральное какое-то, а на другой стороне написано число на единицу больше. То есть может быть написано там, бывает карточка 1, 2, ну, я не знаю, как это нарисовать, но с одной стороны 1, с другой стороны 2. Бывает карточка 2, 3 и так далее. Любая вообще может быть карточка, но только вот так. Числа должны отличаться на одной стороне, отличаться на единицу. Вот двум людям сказали, что вот есть такая коробка с такими карточками. Дальше одну карточку достали, и им ее, значит, показывают. При этом они смотрят на противоположные стороны. На противоположные стороны этой карточки. И больше ничего не знают. Каждый видит свое число. Теперь происходит такой диалог. Значит, ведущий. Который показал. Тот, который всю эту игру затеял, показал эту коробку и достал какую-то карточку, не говоря какую, и показал ее. Вы знаете, какое число у Б? А. Не знаю. Ведущий снова спрашивает. Б. Вы знаете, какое число у А? Человек задумный, и он снова спрашивает. А, вы знаете, какое число у Б? А? Отвечает, не знаю. А задумный ведущий все-таки не оставляет стараний и спрашивает. Б. Вы знаете, какое число у А? И вот да, Б, не вообще это в нашем удивлении, говорит, знаю. Как такое может быть? И что на самом деле написано на карточке? Либо 1, 2, либо 2, 3, либо 3, 4, либо 4, 5. Нет, карточек с такой стороны может быть. Нет, иначе, если бы они были всегда в таком порядке, то так, конечно, бы А знал, что у Б. Вот такая вот загадочная задача. Каким образом? Нет, это вообще выглядит довольно дико, ну как на уроке нас спрашивают. Там, Вася, ты решил задачу? Не решил. Петя, ты решил задачу? Не решил. Вася, ты решил задачу? Не решил. Петя, ты решил задачу? Вдруг почему-то... Нормально, но как, значит, считается, что А и Б очень умные, и все логические заключения делают мгновенно. Поэтому незнание происходит из-за того, что они такие дураки, что они ничего пока не сообразили, что им дали. А они как-то вот действительно не могут узнать. А и Б — это такие идеальные логики. Все заключения делают мгновенно. А на ле нету здесь? И чего? Вы знаете? Да. Ну, расскажите. Допустим, что вот у Б написано число 2. Значит, тогда вот А сказала, что не знает, какое число у Б. Значит, у А не может быть 1. Почему? Это точка зрения Б. Вы рассуждаете с точки зрения Б, который видит число 2. Да, он видит число 2. Значит, число 1 у А не может быть. Почему? Потому что нуля нету. А если бы... Сейчас. Давайте говорить, какой момент. То есть в начале вообще могут быть все числа. Допустим, Б видит 2, он не знает, что
что? А он знает, что А либо 1 или 3, но что именно не знает. Да. Теперь А спрашивает, вы знаете, какое число у Б? А отвечает, что он не знает. Да. И из этого Б делает некоторый вывод. Какой вывод делает Б? Скажите. Что у А не число 1. Точно не число 1. Если вот в этот момент Б знает, что у А не может быть, если он видит 2, то он знает, что у А единица быть не может. Почему? Потому что если бы у А была единица, то А бы знала, какое число у Б. Давайте начнем сначала. Представьте себе, что А видит единицу. Тогда на первый же вопрос он что ответит? Знаю, потому что единственный вариант, когда у него единица, это когда у Б 2. Да. То есть, если у А единица, то на первый же вопрос он отвечает, что знаю. Значит, у А не единица. И вот к этому моменту диалога уже известно, что у А не единица. На самом деле, первые две строчки, они в точности означают, что у А не единица. Вот можно убрать первые две строчки и вместо этого написать «А видит не единицу». Не совсем. Важно, что этот диалог происходит публично. На самом деле, если бы А и Б сидели в разных комнатах, то ничего бы этого не было. Если бы ведущий спрашивал меня как-то по телефону отдельно, то он спрашивает с точки зрения каждого из них, ведущий как идиот все время спрашивает. Вы знаете, что никакой новой информации не появляется. Но здесь новая информация состоит в том, что другой что-то сказал. Итак, после этого момента известно, что А не единица. Да, А не единица. Значит, если бы у Б было 2, то что? Дальше что вы хотите сказать? Значит, у Б 2. Значит, Б понял, что у А не единица. После этого момента Б знает, что у А не единица. Надо с точки зрения А рассуждать. Да, давайте мы... Значит, тогда с точки зрения А рассуждать, и у А понял. Сейчас. Давайте скажем. Известно, что А не единица. Да. Но Б, тем не менее, не знает, что у него какое число у А. Если бы у Б была двойка, тогда бы Б сразу ответил «знаю». Да. Значит, получается, что у А двойка. А единица. Нет, подождите, пока еще ничего не получается. После этого мы знаем не только, что у А не единица, но знаем, что и у Б не двойка. Да, и у Б не двойка. И не единица, кстати. Да, и... Потому что если у Б была единица, то он, конечно, бы тоже знал. Значит, получается, что вот у А двойка, он... Нет, подождите, пока еще ничего не получается. Значит, давайте мы в это... Понятно ли это, например, до этого места? Что здесь у А не единица мы уже знаем, и у Б, если бы у него была единица, то он бы сразу знал, что у него. А если бы у него была двойка, то зная то, что у А не единица, он бы понимал, что с той стороны 3. Да. То есть к этому моменту ясно, что у Б не единица и не двойка, а у А не единица. Значит, дальше. Двойка у А. Значит, у А спрашивают, знаете ли какое число у Б? Да. А отвечает, что не знает. Значит, Б делает вывод, что у А не единица. Значит, сейчас. Значит, в каком случае вот этот, давайте посмотрим этот ответ «не знаю». Вот если бы у А была единица, он бы знал. Если бы была двойка, то он не знает. Почему не знает? Он знает, что у меня единица. Он знает, что у меня единица. Он знает, потому что первый раз ему сказали, что у меня единица. Значит, он знает, что у... Нет, после вот этого момента диалога уже оба вот это все знают. Да. Значит, если у вас двойка, значит, если бы А видел двойку, то он бы сказал, что знает. А если бы А была тройка? То бы было либо тройка, либо четверка. Либо двойка, либо четверка. Либо... Но мы знаем, что у Б не двойка, получается, что четверка. Да, но если бы вы знали, что у Б не двойка. Значит, если А видит в этот момент тройку, в принципе, есть два варианта, Б либо двойка, либо четверка. Но двойка уже к этому моменту не включена. Так что у нас остается только
Остается только один вариант. Если бы была двойка, то оставался бы только один вариант три. Да. Следовательно, после этого ответа, что еще можем сказать, что у А не единица, у Б не единица, не двойка. Что еще? Какие варианты еще есть? А не один, не два и не три. Да. К этому моменту мы еще знаем. А четыре, в принципе, можно, потому что в этом дали сотрудники. Получается, что у А вполне может быть четыре. Значит, к этому моменту известно, что А может быть начиная с четырех, а Б может быть начиная с трех. Да. Значит, соответственно, у Б. Теперь, вот последний момент, Б почему-то говорит, что он знает, что у него может быть. Б может быть тройка. Значит, двойка и единица у него не может быть. Значит, у Б может быть тройка, потому что он знает, что у А не два и не три. Да. Тогда он, значит, у него знает, что не два, значит, у А четыре. Да. А еще что может быть? Пять. Если 5, то он не сказал бы знать. Да, потому что было бы либо 4, либо 6, либо все подходы. Значит, другой вариант, что у него может быть либо 3, либо 4, да? Если у него четверка, то. А нет, сейчас. Если у него четверка. Да. Если у него четверка, то у А пятерка. Сейчас. Значит, Б больше равно 4. Значит, мы неправильно считаем. Значит, мы уже знаем, что А больше равно 4. Да. А может быть только 4. Значит, если Б видит тройку, то хорошо. Если Б видит четверку, то это то тоже хорошо, потому что да. Тройку не может, а пятерку можно. Да. А если он видит пятерку, то А может быть 4 или 6. Оба варианта допустим. То есть вы видите тройку, и это означает, что карточка 4-3, у А 4, у Б 3, а другой вариант, что А видит 5, а Б 4. А видит 5, а Б 4. Да. То есть если Б видит 4 и знает, что А не может быть тройка, значит он заключает, что А 5. Что, вроде все правильно. Да. А если у Б 5, то могло бы там и 4, и 6, это ничего не мешает. А если у Б меньше, чем 3, тогда это он его раньше это уже знал. Это уже плохо, потому что тогда бы раньше уже был ответ. Да, знаю. То есть видно, что вот такое постепенное. Спасибо. Представьте себе, что наш диалог закончился бы гораздо раньше. Вот смотрите. Спросили А. Вы знаете, какое число у Б? Отвечает. Не знаю. Спрашивают Б. Вы знаете, какое число у А? Отвечает. Знаю. Тогда получается, что у А... Да, давайте упростим. Хорошо, а все-таки... Тогда получится, что у А двойка. Да. Какие есть варианты? У А двойка, у Б единица. У Б единица, у А двойка? Да. Еще есть варианты, как у нас в отеле. В двойка, у А тройка. Почему? Потому что А не знает. После этого Б понимает, что А не единица, и видя двойку, уже соображает, что тройка, у А тройка.